Российских врачей обяжут приступать к лечению онкобольных в течение 2 недель после постановки диагноза. Странная новость, не правда ли, да? Министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что в некоторых регионах неоправданно затягивают сроки диагностических исследований онкозаболеваний. Ну и я просто посмотрел, какая существует статистика по онкозаболеваниям в России. Последний отчет только за 2014 год, то есть особо об этом не рассказывают. Так цифры, на самом деле, честно говоря, у меня волосы встали дыбом. Ежегодно в России фиксируется 500 тысяч случаев. Статистика рака в России показывает, что каждые сутки регистрируется примерно 1500 больных онкозаболеваниями. 2,5 миллиона пациентов с различными формами рака состоят в онкодиспансерах на учете. Ежегодно умирает 300 тысяч человек. Вообще, когда я все это читаю, я понимаю, что происходит нечто страшное. Особенно, когда кто-то все-таки... У кого-то получается достучаться до израильских врачей, ну, в смысле достучаться, потому что это очень много денег стоит, да? И они присылают сюда свои диагнозы, израильские врачи им говорят, да у вас и рака-то нет, а человек уже химиотерапию прошел. Вообще очень страшная тема. Почему я вообще на эту тему я захотел сегодня поговорить? За последнюю неделю ко мне обратились 2 человека уже как минимум с просьбой помочь найти контакты и рассказать, как происходит лечение рака иностранцев в Израиле и что для этого нужно сделать. И к нашему разговору в связи с этим присоединяется Марк Кацинельсен, председатель Ассоциации медицинского туризма в Израиле. Марк, здравствуйте. Добрый вечер. Вот скажите, пожалуйста, часто ли подтверждаются поставленные вне Израиля диагнозы? В основной своей массе, да. Они могут не сходиться точно по каким-то генетическим данным, но в целом этот диагноз подтверждается. Хотя, конечно, безусловно, есть случаи, когда приезжают люди с диагнозом рака, и здесь оказывается, что ничего такого нет. И точно так же наоборот. Как много сейчас людей обращается из стран СНГ? Основная масса людей, которые сейчас приезжают в Израиль на лечение, это онкологические больные. Мы, конечно же, ощущаем кризис, и приезжают, если раньше приезжало много людей просто на какие-то обследования, небольшие, не жизненно важные, то сейчас приезжают те случаи, когда, ну, назовем это жизнь или смерть. Поэтому основная масса – это онкобольные, и это десятки тысяч людей в год. Скажите, Марк, пожалуйста, какова процедура обращения? Вот у человека возникло желание. Что он должен найти в интернете, поискать? Как выйти на организации, которые помогают? Ну, во-первых, пациент должен подготовить изначально свои выписки, историю болезни на русском, на украинском языках, если это на любом другом, да, и Армения, Грузия или другие республики, то нужно их перевести на русский язык или на английский. Обращаться можно как в медицинскую компанию, так напрямую в медицинское учреждение Израиля. Очень важно выслать максимально точную историю болезни согласно последним обследованиям и рекомендациям врачей. Для того, чтобы здесь врачи-онкологи, а правильно, когда врач общего профиля консультируется с врачом-онкологом по той специализации, с которой приходит эта история болезни, и составляется план. Очень и очень важно спрашивать, кто врач, который смотрел выписки, для того, чтобы убедиться, что действительно врач-онколог все это смотрел, и все, что там написано в предложении для иностранного пациента, является достоверным и настоящим. Ужасную статистику, опять же, я приведу. В России процент выживаемости онкобольных всего 40%. Есть какая-то статистика по Израилю, в том числе и среди тех, кто приезжает к нам из-за рубежа? По Израилю статистика количества людей, которые выживают больше года, более 5 лет, их примерно более 80%. Почему я говорю примерно? Потому что это зависит онкология легких, онкология желудка, молочной железы и так далее. Сейчас одна из причин успеха лечения в Израиле израильтян и излечимости онкобольных состоит в том, что здесь основную массу населения, у основной массы населения больных людей выявляют рак на ранних стадиях. А это критически важно для того, чтобы продлить жизнь или вылечить, излечить
защите пациента от онкозаболевания. К сожалению, из постсоветского пространства к нам в основной своей массе приезжают в более запущенных стадиях. Третья и нередко четвертая. Поэтому со второй стадии значительно реже. И это, конечно же, влияет на статистику нашей помощи иностранным пациентам. К сожалению, я не могу вам сказать, нет никаких данных по иностранным пациентам, потому что, как мы знаем, еще нет закона и нет точной статистики, общей статистики по Израилю, сколько и какой успех лечения онкобольных иностранных. Безусловно, каждая больница ведет свой учет, но он не объединен в какую-то общую систему. Насколько просто иностранцу приехать и вообще просто сдать анализы, обследоваться? Нет ли у него предпосылок к онкозаболеваниям? Очень просто, так как это все относится к частной медицине, точно так же, как и израильтяне, которые хотят за, скажем, наличные деньги, назовем это так, или за живые деньги, а не больничную кассу, обследоваться. Делается в обязательном порядке, нужно назначать все очереди до приезда туриста в Израиль. Мы просим неделю, иногда две, все зависит от сложности и от объема. В обязательном порядке врач-онколог должен решить, какие обследования необходимо делать в данной ситуации, в данной проблеме, потому что есть проверки, которые делаются только людям, у которых есть подозрение на онкологию, как ПЭТ-СИТИ. Вот. А если нет подозрения на онкологию, то могут сделать, но есть история семейная нехорошая, то делают просто компьютерную томографию и так далее, и так далее. Есть ряд параметров, золотых стандартов, когда делаются те или иные процедуры. Диагностика онкологии происходит довольно быстро. В течение, если полная диагностика, людей, которым 50 лет и более, 4-5 дней, и проходят все обследования, и человек может долго и счастливо продолжать жить дальше, и 3-5 лет ничего не делать, кроме там анализов крови, маммографии, УЗИ у женщин и так далее. Ну и последний вопрос. Растет ли общее количество онкозаболевших в мире? Да, количество онкобольных, к сожалению, растет. В такой, как страна Израиль, и, к счастью, есть и, конечно же, процент излечимости, безусловно, растет. Поэтому, с одной стороны, хуже, но с другой стороны, мы понимаем, что помогают людям. В конечном итоге медицина не стоит на месте, и мы чуть ли не каждые несколько месяцев слышим и видим, что выходит новое лекарство или новый метод лечения того или иного заболевания, что до недавнего времени не могли помочь или помогали не очень эффективно. Поэтому вопрос лет обозримого будущего, когда и это тоже проблема будет решаться намного проще, с намного более меньшими побочными эффектами, более эффективно и спокойно. К примеру, как вот биологические препараты, которые на данный момент очень дорогие, но очень эффективно помогают при разных заболеваниях с минимумом побочных эффектов, что очень важно для лечения онкобольных. Марк, я благодарю вас за ваши ответы. Я поздравляю вас с наступающим праздником. К сожалению, пожелать вам как можно больше клиентов я не могу. В любом случае, хорошего вам настроения. Спасибо за ваши ответы. Спасибо вам. Как можно больше людей, которым мы смогли бы помочь. Спасибо. Интересный, опять же, факт прочитал, что компания Microsoft хочет запустить в организм человека микрокомпьютер, который будет, вот как он вирус отслеживает на компьютере, также на биологическом уровне будет отслеживать клетки раковые и, собственно, их убивать или предупреждать о том, что они появились. И они вот говорят, что через 10 лет они, в общем, готовы победить рак. По крайней мере, есть 10 лет чем заниматься. Я, в общем-то, в курсе всех этих дел. У меня друзья, одна из компаний, их в Израиле очень много, которые занимаются медицинским туризмом. И здесь вот то, что мы сейчас слышали, как раз вот одна из проблем, что люди приезжают сюда, то есть они оттягивают вот эту поездку. То есть они пытаются сначала у себя как-то деньги, решить. Деньги, да, деньги. Это не дешевое мероприятие. Они пытаются как-то все же решить у себя, а потом, когда уже видят, не получается, тогда они обращаются. Зачастую это действительно продают квартиры. Время упущено. К сожалению, в тех странах добровольное медицинское страхование стоит просто очень больших денег, и люди не могут себе позволить 5-месячную зарплату в год отдать только за это.